друзья, на сегодняшний день многие лидеры ошибочно сравнивают партнерскую программу Grand Community с матрицей. На данный момент я вам хочу показать существенную разницу. Вот, к примеру, матрица. В основном состоит она из 5 столов. И средний вход 100 долларов. 5 столов. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть она тоже является бинарной системой, потому что есть две ветки. Теперь, сколько линий потребуется, чтобы человек вышел с пятого стола? То есть 5 столов просто умножаете на 2, итого 10 линий в глубину. 9, 10. И теперь количество человек. То есть у нас первое сколько? 2, потом 4, 8 умножайте на 2. 16, 32, 64, 128, 256, 512 и 1024. Итого, начиная с первого по 10 в глубину, общее количество людей у вас должно быть 2048. Чтобы человек вышел вот первый на выплату, чтобы второй на выплату вышел, вам потребуется два раза больше людей. То есть умножайте на 2, это выходит 4096 партнеров. Чтобы вышел третий и так далее, умножайте на 2. Теперь смотрите, что происходит в матрице. Вот, например, вы закрыли свою матрицу. Это условие любого матричного проекта. Как вы закрываете, соответственно, вы переходите на следующий стол. И обязательно в этой системе у вас появятся какие-либо пассивные люди. Вот пассивные люди. То есть здесь у нас получается уже минус 1. То следующая глубина у нас, что происходит, когда есть пассив? То есть здесь у нас образовывается затор. То есть 2 человека, 4, тоже умножайте на 2 и так далее. И в глубине обязательно появится более 50% пассивных партнеров. То есть здесь, например, скажем, 260, например. Здесь 600 человек. И когда вы переходите со стола на стол, обязательно какой-то пассивный партнер, например, пришел сюда к вам, а здесь кто-то активный не явился, и он быстро закрывает свои матрицы и, соответственно, вас обгоняет. А это место будет очень долго стоять, чтобы вы вышли на какой-либо доход. И партнерская программа Grand Community. У нас тоже бинарная система, это вы, две ветки, то есть первый партнер приглашаете, приглашайте второго партнера. Но у нас не матричная система. То есть матрицы бывают разные. То есть трехместные, семиместные и так далее. У нас линейный, то есть классический бинар плюс классика. То есть гибридная модель. Но в чистом бинаре есть условия. То есть сильная ветка, слабая ветка, в основном выплачивается от слабой ветки. То есть в нашей партнерской программе условия вообще другие. Вот, например, скажем, вы купили первый уровень. Вам пришел первый человек, вы сразу же 100% зарабатываете от него. Пришел второй, соответственно, 100%. И дальше тоже у нас имеется в глубину 10 линий. Как в матрице. И те же количество партнеров. То есть первой линии у нас 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. И общее количество также 2048.
Так как у нас, как в матрицах, нету этих условий, чтобы вы закрыли обязательно свои матрицы. У нас в следующий раз, то есть этот партнер приглашает своего первого партнера, и он получает доход, и соответственно вы. Пришел второй, так же. Пришел третий, так же. Пришел четвертый, так же. То есть и полностью глубину. И обязательно тоже в этой системе будут пассивные партнеры. Даже, скажем, в этой глубине тоже, например, скажем, один партнер, то есть у него тоже детка же не развивается, а также могут быть и переливы. И здесь, соответственно, но здесь очень тяжело. Теперь обязательно в следующем уровне у нас 2, 4, 8 и так далее пошли. И здесь, скажем, если даже 50% не будут работать, это 260, там 600 партнеров, вы получите, соответственно, наименьшую сумму, но у нас нету заторов, как в этой системе. Если этот человек, например, переливом как-то пришел, его ветка не развивается, и вам будет тяжело закрыть свою матрицу, то здесь таких условий нету. Пришел сюда человек, вы сразу зарабатываете. И в зависимости, сколько вы уровней прокупились. И теперь, сумма входа у нас на первый уровень составляет 10 рублей. Матрица в среднем 100 долларов. То есть, есть существенная разница. Те же условия, как количество партнеров. Но у нас здесь где-то за 3 месяца активный партнер в среднем может заработать от 90 тысяч долларов. Здесь мы тогда тоже просчитывали с 100 долларов программе 5 столов, тоже где-то в среднем 30 тысяч долларов. И важный момент в нашей партнерской программе, вот, условно скажем, распределение тоже идет, например, снизу вверх. То есть вся ваша здесь линия занята, и здесь какой-то партнер пригласил своего партнера, или он переливом пришел, то деньги, если он зашел на 10 уровней, соответственно, снизу вверх распределяются. То есть зарабатывает полностью вся система. Давайте на примере рассмотрим порядок распределения вознаграждения с глубины. Условно это вы активировали 5 уровней. И на примере рассмотрим только одну ветку. Партнерская программа Grand Community даже позволяет получать вознаграждение с одной ветки. Но по условию компании вы должны пригласить двух активных партнеров. Теперь, это ваша первая линия. Так как вы активировали 5 уровней. Вторая линия. Третья линия. Четвертая линия и пятая линия. Четвертая. И вот, к примеру, на четвертой линии партнер пригласил своего первого партнера. Для вас это пятая глубина, то есть пятая линия. И он тоже, соответственно, купил сразу 5 уровней, активировал 5 уровней. И как идет распределение денежных средств? То есть тот партнер, который пригласил своего первого партнера, он получает 6 рублей бинарного бонуса и 4 рубля структурного бонуса. То есть на третьей линии, который партнер находится, вышестоящий, он получает от него 12 рублей и 8 рублей структурного бонуса. Во второй линии он получает от этого партнера 24 рубля бинарного бонуса и 16 рублей структурного бонуса. И партнер, который находится у вас в первой линии, он от него получает 48 рублей бинарного бонуса и 32 рубля
структурного бонуса. Вы от него получите 96 рублей бинарного бонуса и 64 рубля структурного бонуса. Благодарю за внимание.